И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи Вескер, но у вас сегодня должен быть четверг. Четверг должен быть по счету. И всем спасибо, кто смотрит наше прохождение. И прежде чем начнем, читаю комментарии, вот свеженькие, ну для меня свеженькие на данный момент. Комментарии от Майка. Это продолжение, называется, нашей комментарской переписки под 18 эпизодом Sonic Generations, который был финальным у нас. Он написал нам, во-первых, пожелание хорошо, чтобы канал наш развивался, а также, вот, цитирую, понял, вы игру на 100% проходите. Отчасти да, но не все, конечно, добываем. Но что получится, там добыть у Generations, конечно, то добудем. Но, вот, что показываю, вот я зачитываю, вот здесь вот что. Так вот, он пишет также. Но меня до сих пор замораживает, что Green Hill проходит за 50 минут. Так, не торопимся, мы наслаждаемся прохождением, все понемножечку. Могу посоветовать несколько соников для прохождения: Sonic Adventure, Sonic and the Black Knight, Sonic Unleashed и классику. Классику отчасти в каком-то смысле мы уже прошли, потому что мы манию трогали, как ни крути. Но да, времени пожалеете, желаю удачи в развитии канала. Еще раз спасибо, Майк, и вот все, что перечислено, это у нас в планах тоже есть. Соников реально много, как и резидентов, поэтому... Ну, понятно, Соников намного больше, чем Резидентов, но все же и то, и другое будем проходить потихонечку, не переживайте. Соник с нами надолго. А пока у нас не Соник, а Лара, который тоже очень много в разных вариациях, так что идемте. В прошлый раз мы получили там перо Кондора, а сегодня мы сразу пойдем искать местную страшилку. Правда, у меня немножко проседает что-то, я не знаю почему, но ладно. Я держу программу видеозахвата на максимум, потому что, ну, я имею в виду в том плане, чтобы она спокойно обрабатывала. Так, как мне сюда? А, вот тут, наверное, мне. Точно, мне вот сюда. А, ну внутри. А я могу войти? Нет, не могу. Нет места. Может, есть ничего альтернативный проход? Добрый день. Могу взять. Уж извините, не надо свои бляшки расставлять передо мной. Ишик, хочешь послушать историю из тех, что рассказывала моя мама? С удовольствием. Ты же заметила колодцы с водой по всему городу, да? Знаешь, как они появились? Нет, а что? Некогда нашей царицей была очень тщеславная женщина. Она приказала выкопать колодцы, чтобы, когда она шла по городу, она всегда могла видеть свое отражение. Как-то раз она склонилась над колодцем, и тут из воды вынырнула рыбка. Царица разозлилась. Круги на воде испортили ее отражение. Царица попыталась поймать рыбку, но поскользнулась и упала в колодец. И пропала. Исчезла? Во время поисков между колодцами обнаружили много туннелей, но ее... так и не нашли. Кто-то считает, что царица все еще там, пытается поймать эту рыбку. Спасибо. Вот эта история. И поучительная. Не будьте как эта царица, и будет у вас все хорошо. Все. О, а это колодец. О, здрасте. Житель деревни утверждает, что видел на улице странное существо. Он пошел за ним в переулок, но там оно исчезло. Горожанка рассказала о похожем происшествии в верхнем городе. Она проснулась и увидела, что кто-то пытается залезть в окно на втором этаже. Когда она закричала, существо спрыгнуло на землю и исчезло. Буду продолжать наблюдение. Иона? Так, уже местный отчет. Отсюда потрясающий вид. Так, это любопытно. Тайный город где-то рядом. Лара, я прорвался. Я вхожу в пещеру. Туда? Ну ладно. Иона? Черт. Так. Ты будешь это брать? Так. Это я куда оказался? Так. Это я куда-то не туда пролез. Ну да ладно. А, у меня есть золото по максимуму. Ладно, давайте попробую ее пометить. Может пометиться. У меня нет столько места.
Ай, если бы фиг там не хочет. Ну ладно, я уже сюда заплыл, давайте хоть посмотрим, что тут такое. О. Гробница испытаний. Ну, если уж это гробница, почему бы и нет? Не вижу ничего плохого. Ичтака из секты Кукулькана клянется связать свои одежды с Юту, потомком Майя. У Ичтаки нет родных, поэтому он будет жить с родителями Юту до тех пор, пока они не построят свой собственный дом и очаг. Юту клянется связать свои одежды с одеждами Ичтаки. Она родит ему много детей, которых они воспитают в соответствии с традициями своих народов. Любопытно, то есть нет, у них ничего нет как не бы запрета взять на смешивание народов. Вот это интересно. Так, у меня пока еще только 2 очка наука. Так. Сначала наверх пройдусь. Рядом гробница испытания. А вы у нас? Мы уходим с первыми лучами солнца, и это хорошо, черт! Поскольку по городу распространилась страшная болезнь. Телами мертвых и умирающих завалены улицы и русла ручьев. Многие говорят, что это божья кара. Дневник Адалантада Переса. Так, они уже здесь. Подождите, есть этот путь наверх. Я правильно иду, это гробница, она буквально рядом. Подожди, она подо мной или надо мной? Она надо мной. Я хочу сначала драться с ней. Ах ты, черт! Ясно. November 24, 1603 Мы с Андресом Лопесом, дюжиной солдат и 2 молосами отправились через джунгли. Поскольку иезуиты предоставили Тринити очень точные сведения, мы без труда нашли тайный город. Местные жители приветствовали нас настороженно, но мы подкупили их подарками, и тогда они неохотно разрешили нам войти в город. О наших истинных намерениях они не подозревали. Лопес принялся искать артефакт, а мы тем временем отвлекали внимание правителей города. Так, ныряние мы, конечно, сделаны на обратном пути. Так. Обновление. Большое. Здесь оставаться нельзя. Крупное обновление. Ну, относительно. О! А там, оказывается, какой-то документик все-таки валяется. Мило, 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 мило. Что-то я все-таки упустил. Ну ладно, так. Нет, это я все правильно делаю, все изучая. Мы сейчас с вами все проходим, соответственно, изучаем, рассматриваем. Так, давай сначала прыжок сделаю. Так. Здесь оставаться нет, нельзя. Нет подводного. Да мало ли, если я не захожу. Сейчас рухнет. Сейчас заберем повезло эту гробницу, не переживайте. Так, давай, крофт. Это куда? Нам туда. Так, туда нам не надо, да? Судя по всему, мне вот то помещение надо. Ну, либо вот это она и есть, гробница испытаний. Ну, нормально я тут дверку открыл. Значит, скорее всего, вот это она, я предполагаю. Эта гробница считается?
вроде как бы да и нет. Подождите, я правильно вообще иду? Уже какой-то тайный проход нашел. Или мне, может, вон туда надо допрыгнуть? Тут есть за что зацепиться? Мне боится как-то прыгать в такое расстояние. Ну ладно. Давайте попробуем. Так, сначала Лара разбежись аккуратненько. Нет, не может. Хорошая была попытка, но нет. Я не понимаю, где эта гробница конкретно находится. Либо мне туда, либо мне туда. Ладно, а где тут этот документик? Я же его тоже пометил. Так, он да, он вышел. Да, я говорил, что мы будем искать кубики мальчонки, но гробницу тоже хочу пройти, потому что я ее нашел сейчас. Потом забудешь про ее нахождение. Хрен что найдешь. А так хотя бы хоть что-то найдем. Я так полагаю, не туда надо прыгать, но если не туда, то хотя бы здесь давайте теперь пройдем. Может быть, вот это гробница испытаний. Внешне очень похоже. Неизвестная территория. А, да, все, это гробница испытаний. Мы нашли ее. Прекрасно. Да, все правильно. Но... Так, теперь точно не заблудимся. Подождите, я куда? Ладно, надеюсь, она зацикленная. Потому что я реально не понимаю, где мне ее искать. Так, давай-ка. Есть, неплохо. Спокойно, спокойно, спокойно. Так. Дальше только вниз. Так, о, там тоннель туда? Нет. Немножко подлагает, ну, у меня тоже, ребят. Терпимо. Это тот храм, который я видела с берега. Она имеет в виду... Где начнем? Скажите, что с уступа. Да, с уступа, но не с того. А ты и так могла? Ладно. Так. Давай, 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 аккуратненько на белую линию. Так. Так. Давайте я сейчас изучу быстренько зону. Нет, вот эти, скорее всего, наверху будут. Я так полагаю, это часть верхнего города. Это тот храм, который я видела с берега. Красиво походит. Она не хочет цепляться. Я не понимаю. Может, что-то не так делаю.
знаю, что туда пускать или не хотят. Я хочу ограбить Истахара, пока нам доверяет местный житель. Кажется, жрица. Я его нашла. Тайный город. Ну а что делать? Попробую отыскать змея с серебряным глазом. Можем, можем. Дают, дают. Чем не воспользоваться-то? Так, молодец. Надо это сейчас сделать потихонечку, полегонечку. Отчасти потому, что сюжет реально идет очень нет, быстро места. Здесь. Ничего я заметил по сохранениям, что сюжет здесь реально довольно быстро идет. То есть, если на это все дело не отвлекаться, игра проходит довольно, видимо, быстро, я так понимаю. Это тот храм, который я видела с берега. Угу. Ага. Как я этот мел должен был увидеть? Вообще, я по-хорошему хотел, чтобы она чисто применила там свой навык лосочном духе. Где? Ага. Блин, он сюда. Да, я делаю круг, получается. Нереально. Больше я не унесу. Все нормально, все ты унесешь. Давай. Так. О, здрасте. Хун Бац и Хун Чоэн были братьями-близнецами, старшими сводными братьями более знаменитых близнецов-героев Мань. Близнецы-обезьяны, завидуя братьям, всегда жульничали во время футбольных матчей и портили их своими злобными выходками. В отместку близнецы-герои заманили их на дерево. Дерево, которое росло вечно. Тем самым они сделали так, чтобы Хун Бац и Хун Чоэн уже никогда не могли спуститься. Близнецы-герои убедили их, что они могут спуститься по ремням. Но оказалось, что это еще одна уловка. Ремни превратились в хвосты, а старшие братья — в обезьян. Прямо Санта-Барбара какая-то. Интересно. Нереально. Больше я не унесу. О, здрасте. А вы у нас? Поверни первое зеркало налево. Иди вдоль луча света ко второму зеркалу. Минуточку, минуточку, минуточку. Верни, пожалуйста. Так, ладно. Теперь искать приходится. Так. Так, а там мама были, по-моему. Так, это то, не то. Император... Не-не-не-не-не-не. Город в беде... Мне... Нет, не то. Так. Хоть звезд. Эй! Подождите. Нет. Нет, все кичуа. Вчера пришлось убить последнего мула. Он сломал ногу. Ужасная жалость. Но, кажется, я нашел то, что искал. Нашел брошенную деревню, которая просто должна быть тем самым Зет. Озвучка, да? О, как жаль, что отец не дожил до этого дня. Сегодня заночую здесь, чтобы... а завтра приступлю к тщательному осмотру. Я реально хотел услышать, что... Весь мир узнает, так. Что один из Фоссетов нашел затерянный город. А, подождите, ты полный. Я уже думал, это все. Так. Быть жителей пойти или нет? Исход. Подождите, это у нас мамы.
Вот там, по-моему, вот это надо. Текст храма Луны. Достойные будут. Нет, это было. От смерти к жизни? Нет. От жизни к смерти. Мир вокруг них. Нет. В этом документе описан. Нет. Так, метаморфоза. Миф и моя чудовище, наверное, вот это. Нет, не то. Возвращение. Нет. Так. Метаморфоза. Может быть, здесь что-то нет. Возвращение домой нет. Пойдите процветает. Нет, не то. Нет места. Ничего не могу взять. Он рожден в голод, вырос во время. Нет, не то. Так, место упокоения. Наверное, вот это. Кичу, кичу, кичу. Нет, все кичу. Пусть Чуки сошьет. Так, это было. Пусть Вайту. Было. Пусть голод. Пусть Ур. Нет. Испытание богов. Когда раздастся вой пищ. Это было. Здесь, под бдительным. Было. Сюда приводили обвиняя. Было. Нет, не легенды. Словом, бал. Так. Майю не запрещали самоубийство. Нет, это было. Изображение Ахпуча. Бога смерти и правителя Метналя. Девятого и самого уж. Было. Эти два бога повелевали подземным. Было. Да где это? Теперь сейчас ищи. Так, ну, экспедиция неведома, это другое, это уже было. Это Тринити. Амилош. Может, вот это? Поверни первое зеркало налево. Иди вдоль луча света ко второму зеркалу. Направь второе зеркало через комнату по диагонали. Вернись к первому зеркалу. Нереально. Похоже, это какие-то инструкции, но я не могу разобрать остальное. Так, это инструкция, а значит, это надо записать на всякий случай. Можно еще раз, пожалуйста, мисс Крофт? Буду очень признательна, если озвучите. Поверни первое зеркало налево. Иди вдоль луча света ко второму зеркалу. Направь второе зеркало через комнату по диагонали. Вернись к первому зеркалу. Похоже, это какие-то инструкции, но я не могу разобрать остальное. Не переживай, это моя работа. Видите ли, здесь есть головоломка. И она нам понадобится. Вроде там глубоко. О, базовый лагерь нашли где? О, привет. Я прибыла как раз вовремя. Похоже, сектанты были здесь. Не знаю, где они были, но я знаю, где их точно нет. Поэтому давай-ка займемся работой. Ты собираешь жир. Нет места. Пусть ничего не могу. А, кстати, да, давайте хотя бы теперь прокачаем все, что у нас есть. Мире. Конечно, не все можно прокачать. Ну что могу, то прокачаю. Да даже золото добывать не могу уже. Так. Я могу все прокачать, так пусть будет. А там уже решим, что носить с собою. Добра саму меха навалом, пусть хоть будет. Хоть как-то. Теперь у тебя места должно быть достаточно. Прекрасно. Так.
Я пытался нажать, она не хотела зацепляться. Ну, она сейчас в лагере, так что все нормально. Я прибыла как раз вовремя. Похоже, сектанты были здесь. Я так, вижу только молодец. Что-то про нефрит. Так. Это что-то вроде вот понедельника же, тем, кто тоннель? Здесь похоронен. Нет, конечно. Зачем? И опять все забаррикадировано. Вот тут хотя бы более крепкие двери. А не циновочка из палки. Хотя, если это высушенные двери, то понять можно. Только достойные вправе взывать Кини-Чахау. Пусть его свет изгонит тени из ваших сердец и из самого города. Интересно. Так, а как мне проходить эту гробничку-то испытание? Тут закрыт. А. Забираю все назад по поводу прочности двери. Здесь, наверное, проводят обряды в честь солнца. Возможно. Четыре зеркала. У каждого своя метка. Нереально. Больше я не унесу. Это первое зеркало. Нужно пройти через центральный павильон, чтобы попасть к алтарю. Сейчас все сделаем. Подожди. Первое зеркало направь на второе. Так, как там еще раз было? Так. Тайная ложь? Да. Поверни первое зеркало налево. Иди вдоль луча света ко второму зеркалу. Направь второе зеркало через комнату по диагонали. Вернись к первому зеркалу. Похоже... Угу. Все правильно помню. Я еще записал себе порядок, но... Если упаду в воду, долго не протяну. Почему? Это второе зеркало. Надо добраться до третьего зеркала. Подожди ты. Не торопись, Лара. Все успеется. Надо добраться до третьего зеркала. Там было сказано, что я по диагонали должен вроде как его пускать. Ну ладно. Надо добраться до третьего зеркала. Ну, сначала все изучим. Тут опять все закрыто. Так, а вы у нас что? Божественным каноэ, которое везет души Майя из подземного мира на небо, правят два бога. Старый скат сидит в задней части каноэ и управляет им в течение дня. А старый ягуар находится впереди и управляет каноэ ночи. Два бога символизируют не только свет и тьму, день и ночь, но также взаимозависимость всех равных и противоположно направленных сил. А еще под копирку украли египетские... Надо добраться до третьей... Нет места. Ничего не могу взять. Повезло. Надо добраться до третьего зеркала. А еще украли веру у него египтян, я хотел сказать.
О, здрасте. А вы куда ведете? Кажется, выход здесь. Так я и выберусь из гробницы. А. Пока не трогаем. Черт, нос зачесался опять. Так, а это третий, да? И мой косяк. Но зато мы узнали, что здесь можно умереть реально самую тупую смерть. В физическом, психическом, визуальном понимании. Так, ладно, допустим, мы здесь. И скала везде одинаковая. Ну, он зацепится. Но зацепляться не стало. Вообще интересная головоломка. Ну-ка, давай вот так сфоткаю тебя. Кадр реально хороший, мне нравится. Потом вернитесь к первому зеркалу. Ну, если я вернусь... Надо добраться до третьего зеркала. Тут не перебраться. Придется идти назад. Там было сказано... Потом вернитесь к первому. Направьте луч по диагонали. Сейчас придется возвращаться обратно, двигать луч. Но как потом я буду перемещаться, я без понятия. Ну да ладно. Четыре зеркала. У каждого своя. Спасибо, я в курсе, Лара. Метка. Они пронумерованы. Это первое зеркало. Надо добраться до третьего зеркала. Сейчас доберемся. Не торопись. Надо добраться до третьего зеркала. А я не доберусь. А почему я не доберусь? Надо добраться до третьего зеркала. А вроде бы обычная головоломка с подтасовкой. Главное понимать, куда что ставить. Надо добраться до третьего зеркала. Не хватит. Там сказано второе через зал по диагонали, вернись к первому. Это второе зеркало. Надо добраться до третьего зеркала. Так, допустим. Попал или нет?
Дайте посмотрю, куда вообще идет этот луч. Да вроде куда-то он и ставится, только я не пойму куда. А, нет, не задел, чуть-чуть влево надо. А, минуточку, есть идейка. А, нет, не сработает. Там группы было. Здесь тоже не сработает. Как бы мне вот до того зеркала бы добраться? Нужно проложить путь к первому зеркалу. Подожди, а это не первое, что ли, у нас получается? Это четвертое, что ли? А, если так... Подождите, если так на это смотреть... Так, ладно, надо тогда смотреть по ту сторону. Мне в любом случае нужно вращать вот эти мосты. Я не знаю, как их вращать, поэтому... Надо добраться до третьего зеркала. Нет, я знаю, как их вращать, я не знаю, как мне к ним подступиться. А на эту штуку она запрыгивать, ну, физически не хочет. Ну вот, смотрите. Видите, она не хочет. Давай, Лара. Больше удар по голове, больше идей. Походу, сегодня мы только этим гробницей займемся. Ну, реально стоящая тема. Хочется поразобраться все-таки здесь. Надо добраться до третьего зеркала. Тут не перебраться. Придется идти назад. Ясно. Спасибо, Лара. Уже подсказка начинает давать. А вот куда назад? Мы, кстати, реально такие красивые, постарались, живописные храмчики. Мне нравится. Так, минуточку. Они оба светят на эту зону, на эту цифру, так? То есть, если я сейчас уберу, технически она не должна исчезнуть. Да, все правильно. Это мешается, как вариант. Нет, ну даже если я... Нет, даже если я туда наведу. Стоп, минуточку. А, ясно, я понял теперь как. Мне сейчас нужно будет перескочить туда, но предварительно нужно сделать так, чтобы как только вот эта плита поднялась, когда я на нее поверну лучик. Ага, она вот так должна смотреть.
как-то вот так. Получается, сейчас мы теперь идем туда. Да, это повернулось. Но чтобы мне туда добраться, надо придумать какой-то обходной путь. А значит, мне нужно открыть ворота. Только я не могу их открыть. Четыре зеркала. У каждого своя метка. Они пронумерованы. Спасибо, Лара, только я не вижу этот порядок. Надо добраться до третьего зеркала. Я не вижу его номер. А я могу до этого допрыгнуть? Ну, надо было убедиться, что не допрыгнул. Теперь-то я это знаю. Да. Надо добраться до третьего зеркала. Тут не перебраться. Придется идти назад. Ну, пойду я назад. А что я сделаю там тебе? Мне нужно вот сюда попасть. Здесь надо добраться до третьего зеркала. Здесь должен быть способ открыть вот эти... Нереально. Больше я не унесу. Я хотел бы убедиться, откроется, не откроется. Надо добраться до третьего зеркала. Головоломка палась простая, чисто на сопоставление. Ну, она меня прям в тупик ставит. Ну вот то я повернул. Но я теперь до этой не доберусь. Я не понимаю последовательности. Ну-ка, давайте еще раз послушаем эту артефактную присказку. Поверни первое зеркало налево, иди вдоль луча света ко второму зеркалу, направь второе зеркало через комнату по диагонали, вернись к первому зеркалу. Похоже, это какие-то инструкции, но я не могу разобрать остальное. Конечно. До меня дошло только сейчас. Вроде бы. Я не уверен, что пацан сработает это или нет. Если сейчас сработает, мы в шоколаде. Я тут голову ломаю, а Ларчик просто открывался.
Вот тебе и дорога. Маевский рай. Тут даже музыка запела уже. Можешь отпустить, пожалуйста? Благодарю. Так. Ну вот уже другая скала. Сделали небольшое разнообразие, я думал, везде будет одна и та же. Сколько мы уже с вами? 47 минут. Да, реально, сегодня, походу, мы помочь мальчишке с его кубиками не сможем. 4 зеркала. У каждого своя метка. Они пронумерованы. Это третье. Мне в любом случае нужно попасть вот к тому зеркалу, а я не знаю, как туда попасть. Да я навряд ли тут сцеплюсь. Нет, не цепляется. Тут должен быть какой-то выход. Если я управляю этим зеркалом, значит, я могу как-то залезть. Логично, логично. Должен быть способ выбраться отсюда. Я не знаю, что это за способ. 4 зеркала. У каждого своя метка. Они пронумерованы. Это третье. Нужно проложить путь к зеркалу 2. Третье. Проложить путь к зеркалу 2. Допустим. Так, ну проложил. Как не... А, вот тут, наверное. Все, ясно. Она не зацепится. Ну, я понял, как она сейчас решается. Мы сейчас вот этот... луч света направляем на этот столб, на который хотел запрыгнуть. Вот так вот. А что только здесь теперь ты сделаешь. Давай. Теперь мы... к этому зеркалу. Смотрите. Я его формально могу его использовать. И он повернется. То есть, видите, вращается. Но сейчас нам нужно повернуть не его. Мне нужно повернуть вот этот. Потом мы на него направим же второе зеркало. Потом мы перебираемся на второе. Переворачиваем его на соседний стол. Так, нет, отпусти его.
сказал. Ой. Сколько сейчас у меня? Час ночи? Неплохо соображаю. Так. Теперь мы направляем вот на то зеркало. Все, оно должно повернуться. Да. Вы видели, я прыгнул на нее, она не захотела прыгать, не захотела цепляться. Вот сейчас зацепилась. Они такие, кстати, хитрющие, сделали такую цепь. Такую цепь, головоломку прямо здесь. Из золота чистого. Прям респект. Они те еще БДСМщики. Причем трубы научились отливать. Респект. Значит, сейчас у них тут полноценная канализационная система должна быть. Я так понимаю. Так, давайте смотреть на всякий случай. Тут только фреска получается, а она вот. Четыре зеркала. У каждого своя метка. Они пронумерованы. Вы кто у нас будете? Мама. Бог Чак играл очень важную роль в жизни Майи. Он научил их секретам земледелия, следил за ростом посевов и созреванием урожая. В общем, он был связан со всеми видами плодородия. Кроме того, в его подчинении находились ветра, молнии и дождь, шедшие вместе с его слезами. Ну, логично. Он охранял ручьи, колодцы, реки, сеноты и другие источники воды. Его считали милостивым и заботливым, но непредсказуемо. Чака изображали в виде рептилии с волосами, беспорядочно свалявшимися в узлы. Его цветами были белый, красный, желтый и черный, которые символизировали север, восток, юг и запад. Черный запад. Нужно проложить путь к зеркалу 2. А, вот сюда. Так. А теперь-то я могу на нее прыгнуть? Ага, могу. Давай, залезай. Давай, Лара. Мы уже добрались. Золото сначала. Мое золото. Мое золото. Ну а теперь сюда. Нужно найти выход. Голод гоцина увеличит количество природных ресурсов, добываемых из любых источников. Самое бесполезное приобретение. Не, согласно, конечно, хорошо, когда у тебя полно ресурсов, но... У четвертого зеркала... Лара, мы только что сейчас решили эту головоломку. Что ты там от меня еще хочешь? Есть коридор. Ну, есть и есть. Идем дальше. Фу.
смысле? Я же ветром, что ли, сдуло? Так, отлично. Куда мне? В обход? Не похоже. Полагаю, раскачиваться надо. Да. Да, все правильно. Все, выбрались. Храм Солнца, гробница испытания. Мы ее прошли, прекрасно. Замучился я. Интересное место. А там хоть что-то есть по ту сторону? Вроде что-то быть и должно. Но пока ничего этого нет. Тут есть отдельные такие вот ворота, но туда я пока не сунусь. Сначала поизучаем все, что в городе. Сейчас я уже целый час записываю. Поэтому давайте вернемся в городские условия. Как этой женщине повезло, у нее в доме находится целый проходной двор. Ну тут, кстати, есть. О, здрасте. Речь о месте неподалеку. Вода идет по каналам в сухие части деревни. Она увлекла меня за собой. А ладно. Я сам туда иду, почему бы и нет? Не вижу ничего плохого. Нет места. Ничего не могу взять. Ой, да ладно, все ты можешь. Не может она. Так. По каналам в сухие части деревни. Куда-то вот сюда получается. Да, я буквально в эпицентре. О! Прекрасно! Нашел уже? Открыта тайна монолита. Так, вот это у нас было. С ними разговор. Лукасата, я уже монолит раскрыл. И уже целый час. Что ж, давайте же по традиции. Уже теперь какой-то. Остановимся здесь. Давайте, ребят. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Лайк, комментарий, подписка на канал. Дискорд ВК, дает арт и игра, ссылочки все в описании. Ну а в следующий раз мы с вами продолжим. И уже точно сделаем квест с этим кубиками мальчика. Ну реально, украли кубики. Надо вернуть. А я тут грабни. Раскрываю языки, изучаю, безделушки собираю, документы читаю. В общем, взрослый при... Молодым, ладно. Что ж, с вами был Вескер, Балточенко. До скорых встреч, всем пока, удачи и
Увидимся. Я за тобой слежу.